Я чувствую повсюду мощнейшие потоки энергии. Вы их чувствуете? Тоскана – благодатная земля. Микеланджело, Рафаэль, да Винчи и мистер Фостер. Они ее чувствуют. Конечно. Не подходите к столу. Он еще... Есть растворитель. Хватит так. Еще хуже. Черная метка. Это ли не знак? Вы это видите? Подтвердите. Черный цвет. Это страх. Это тьма. Он закрыл вход в мою вагину. Может быть, вы читали журнал «Интерьеры»? Так я и думала. Если ваше творчество ограничивается только покрытием поверхности жирными мазками страданий, советую заручиться посторонней помощью на пути к чему-то коммерчески более успешному.